Лю-лю-лю-лю-лю-лю. Так. Что это наш такой гудит? А это вариант летнего охлаждения. Вытяжной вентилятор, запиханный в переднюю панель. Вот так вот. Пластик мы выкинули, а железку отпилили ножницами по металлу. Все лишнее нахуй. Вот, и охлаждение теперь будет вот так. А включаться компьютер будет вот с этого. Ну, тут тоже все понятно. Вот висит, вот пуск, динамик и то, что он работает с зеленой лампочкой. Вот такая система.